выходят юниоры. 79 килограмм. Илья Затылкин и Иван Луканин. Пензенская и Свердловская области. Мастер спорта Луканин и кандидат мастера спорта это Затылкин. А вот, говорили мы тут, пока было награждение, о том, чем же все-таки дзюдо отличается от самбо. И вот представитель дзюдо... Арбитр встречи, прошу прощения, арбитр встречи Денис Вышегородцев, город Северск, Томская область. Да. И представитель дзюдо и самбо Михаил Мартынов, который сейчас комментирует эти встречи, он сказал, что раньше ничем дзюдо от самбо практически не отличалось. Но вот сейчас отличия есть. Какие же? Ну, конечно же, в правилах в первую очередь. Ну, и тогда-то были, ну, незначительно там техника отличалась. В партере нельзя было делать в самбо, и сейчас нельзя удушающие применять, а в дзюдо нельзя применять болевые на ноги. В целом, принципиальная, скажем так, принципиальные оценки в стойке были очень похожи. Вот как у нас бал, там можно было сказать кока. У нас два балла, там юка и так далее. Очень схожая система оценок была. На сегодняшний день в дзюдо запретили броски с захватами ног и убрали нижние оценки, такие как кока и юка. Оставили только вазари и япон, полпобеда или победа. И, в общем-то, это сильно, ну, стало теперь нас отличать. И навыки у борцов уже, конечно же, должны быть специфические. Если что по самбо борешься, у тебя одни навыки. И со своей борьбой в дзюдо уже тебе ее, эту борьбу надо перестраивать. Ну, так же, как и дзюдоисту. Надо перестраивать свою борьбу, выступая по самбо. Вот почему об этом заговорили. Потому что зачастую раньше переходили из дзюдо в самбо. Сейчас из самбо в дзюдо, может, переходят. Но потому что тогда, в принципе, в то время не отличалось практически. И легко можно было вклиниться в тот или иной вид спорта. Сейчас сложнее это, наверное, все сделать. Сейчас такие переходы уже не носят массовый характер. Они, конечно же, уже единичные и в более младшем возрасте. Когда уже спортсмены зрелые, если мы ведем речь о спорте высших достижений, среди взрослых борьбу, то, конечно же, таких переходов мы уже порой и не наблюдаем. Это уже прекратилось. Правила нас разделили. Вот вы из Москвы, да, приехали сюда, в Ханты-Мансийск. Вот мнение ваше, как теннисный центр, как все организовано, как вы спите, едите, ходите? Ну, в первую очередь, конечно, большая благодарность местной федерации. Начиная с аэропорта, заканчивая вот залом, все четко организовано. Нас сразу встретили. Размещение в гостинице было молниеносно, нас было очень много, и тем не менее очень хорошо справились администрация гостиницы. В гостинице есть хорошая точка питания. Там у нас было и взвешивание, и жеребьевка, и совещание представителей. Хороший работает трансфер автобусов, доставка спортсменов. Ну, вот сейчас очко дали, посовещались судьи. И здесь, в зале, также все четко расписано, везде висят указатели. Одним словом, честно вам скажу, это очень хорошая организация турнира. Это правда. Большое спасибо. Ну что ж. А по поводу вот разделения самбо на дзюдо, ну, я вот такой не сторонник. Почему? Вот, например, потому что, вот как пример скажу, у нас олимпийские медали золотые, например, именно золотые, сейчас приносит Краснодарский край. А там ведь областная федерация, она совмещенная самбо и дзюдо. Где у спортсмена получается, самбо стало получаться, помогает по самбо. Получается по дзюдо, помогает по дзюдо. Есть медали вот в Москве. Они у нас в центре самбо-70. Серебряные и бронзовые медали есть Олимпийских игр. Там также ведется тренировочный процесс совместный самбо и дзюдо. Получается у спортсмена по дзюдо, помогает по дзюдо. Получается по самбо, помогает по самбо. И я считаю, что эти два вида спорта дополняют друг друга. И так и должны находиться вместе. И, ну, я не сторонник разделения.
Правильно, правильно. В целом это хороший подход. Кому-то нравятся цветные пояса, кому-то нравится. Ну, кто-то в силу своих каких-то психологических особенностей может вот по самбо бороться, где ковер помягче, куртка вот имеет лямки, там немножко технический бросок внутри броска, скажем так, да, если можно так сказать. Немножко он отличается от броска человека в кимоно. Ну, есть отличия. И кому-то... Ну, тут еще можно говорить о патриотизме, то есть самбо, самооборона, без оружия, это наш вид спорта, да. Компиляция. А дзюдо это все-таки... Рафинированный такой, да, где запретили еще такие другие виды спорта. Ну, в общем, я так это... Люблю оба вида борьбы в одежде. Есть борьба же без одежды, вот, а это борьба в одежде, самбо и дзюдо. Прекрасные виды спорта. Один и другой достойны вообще на существование. Вы про вольную и греко-римскую? Да. Это у вас так говорится? Это даже это же видно невооруженным взглядом. В одежде, там без одежды. Практическое применение. Вот мы в одежде это повседневном жизни мы можем применять, да, там в случае какой-то экстренной ситуации. А вольники, классики, то есть где? В бане, на пляже, где люди ходят раздетые. Ладно. Затылкин ведет, 39 секунд остается пока до завершения. Мы философствовали, да, да, 1-0. Ну, не сильно тут что-то изменилось в счете, я имею в виду, да и пока такая трудовая такая встреча, будем говорить. Ну, Луканин представляет Уральский федеральный округ, и он хоть не из Ханты-Мансийского округа, края, тем не менее, уралец. Да. Почти хозяин. Ближе к нам. Да. Ой, как красиво через бедро бросает Затылкин. Вот это да. Поднял, развернул. Да, красиво. Да, сразу 4 очка, получает 5-0. Солидное преимущество. Правую я думаю, сторону, что это, да, все, победитель. Конечно, да, тут да, уже шансов нет, конечно. В таких случаях иногда шутит. Ну, тобой, парень, пыль выбили. Вот еще раз пытался сейчас бросить. Но тут такой уже... Такой тактический вход, уже подворот. Вот, нет, это вот, вот это оценивается 2 балла, да, все-таки, но это не спасает. Да, все равно победа. Победа 5-2. Поздравляем Илью Затылкина. Иван Луканин становится вторым, ну а третий... Бронзовыми призерами здесь стали Дмитрий Сонников, город Рязань, и Даниил Егоров, город Москва.